Я заведующая информационно-библиотечного центра лицея. Какой он? Современный и многофункциональный библиотечный центр. Как трансформировать помещение для эффективного и успешного выполнения образовательных задач? Я отвечу на все эти вопросы. Мы в современной рекреации второго этажа, которая служит одновременно рабочей зоной для самостоятельных занятий учеников нашего лицея и местом профессиональной деятельности педагогов. Стильный и уютный интерьер также располагает к отдыху во время перемен. А наличие здесь проектора позволяет расширить возможности данного пространства, трансформировать его в многофункциональную аудиторию с большим количеством посадочных мест. Наше книгохранилище содержит большое количество учебных пособий для учеников всех возрастов, дополнительной литературы, а также методических пособий по всем предметам школьного курса. А это гордость нашего лицея – информационный медиа-центр, трансформированный из обычной школьной библиотеки в современный коворинг-центр. Это площадка для учебы, творчества и вдохновения с большим потенциалом для всестороннего развития личности каждого посетителя. Использование здесь когда-то бумажных формуляров ушло в прошлое. Сейчас система выдачи литературы является полностью информатизированной, что позволяет отслеживать движение книг и порядок их выдачи, контролировать статистику. Медиацентр мобилен и многофункционален. Удобная мягкая зона с диванами и креслами, в которой каждый сможет найти комфортное место для чтения, создания письменных работ, обсуждения проектов. Медиацентр оснащен компьютерами с высокоскоростным интернетом, позволяющим работать с информационными источниками. Мебель медиацентра с легкостью трансформируется для решения различных задач. Групповая форма работы на уроках, зрительный зал для мероприятий лицея, круглый стол для деловых брифингов и пресс-конференций. Информационно-библиотечный центр – неисчерпаемый ресурс для новых возможностей и открытий.